С первыми теплыми днями у сочинских растений заканчивается зимовка. С них снимают укрытие и начинают обновлять. Обрезают сухие ослабленные ветки, где-то формируют кроны, чтобы придать им ухоженный вид. На улице Северной специалисты экранировали платаны, сегодня перебрались на Новогинскую. Здесь санитарную очистку произвели всему пальмарию. Обрезка больных поврежденных веток и листвы улучшит в том числе прохождение воздуха и света через крону Вашингтоне. Этот сорт пальм здесь высадили еще в конце 70-х, и сегодня эту американо-мексиканскую уроженку сочинцы считают чуть ли не главным городским растением. К слову, кронированию в эти дни подвергнутся все нуждающиеся в этой процедуре растения Сочи. Это снизит риск их заболеваемости. На зиму у нас точка роста была завязана. С наступлением весны все эти работы не запланированы, они контрактные. Планово идем по всему району. Это необходимо для того, чтобы растения в последующем имели более здоровый рост, более красивый и зеленый насыщенный цвет. Через 2-3 недели, уверяют озеленители, пальмы сформируют кроны новыми листьями и приобретут привычный вид.